Велика кишеня – одна з найбільших роздрібних мереж в Україні. Сьогодні у 23 містах працює 46 магазинів, і 19 з них знаходяться у Києві. Однією з перших в столиці відкрилась велика кишеня на Васильківській 8. Ось туди вже і направляється Наталя Кудряшова. Нас сюда звали не только покупатели, но и голубь, одинокий, на печенье. Это, конечно, сверх наглости, но давай, чувак, вали отсюда. От і дізнаємось, чи чекає на нас голуб у відділі з печивом. Для путешествия по залу мне нужна тележка, наша тележка. И моя сумка, спасибо нашим помощницам. В сумке деньги и чистые перчатки. О, смотрите, нас зовут не только голуби, но и мухи. Вот, муха села на печенье, вот и все стихотворение. Ну, я уже стихами начинаю здесь разговаривать. А проверка только началась. Наш голубь был прав, что он нас сюда позвал. Да, здесь раздолье для птиц. Если вы заметили, по видео он даже летать не мог, он так наелся. Потому что его уже даже его крылья не поднимали. Но знаете, если вот такой вот ассортимент еды, то, конечно, летать уже отсюда никуда не захочется. Посмотрите, везде у нас печенье поломанные, то ли это надкусанные. Кондитерская крошка не должна продаваться в магазинах. Это запрещено законом. Но она здесь продается, и по ней лазят мухи. Это беспредел. Это все надо закрывать. Есть специальное торговое оборудование. Это ящички, которые прозрачны, но они закрыты. На них не падает ни пыль, не лазят мухи, тем более не летают голуби. Голуби – это орнитоз. Орнитоз – это инфекционное заболевание, которое передается от птахів. Найчастіше бактерії потрапляють в організм при вдиханні дрібних частинок калу або сечі пернатих. Характеризуються розвитком інтоксикації і ураженням дихальної системи. Поэтому ничего хорошего я здесь оставить не могу, только нашу наклейку. Я ее клею на самое яркое место над этим печеньем, там, где написано «Скидки». Пускай наши покупатели знают, здесь скидки опасные. Едем дальше. Так, мы продвигаемся в овощной отдел. И здесь меня ждет, опять же, какое-то кладбище некондиционных товаров. Эти лимоны уже гнилые. Посмотрите, они уже почернели и засохли. Такие продукты продавать нельзя категорически, даже если они идут со скидкой 25%. Я эти лимоны забираю для того, чтобы не купили их вы. Їдемо далі по курсу їжа швидкого приготування. Давайте же я посмотрю, какие сроки хранения этих полуфабрикатов. 20 октября 2015 года – дата их изготовления. Срок хранения их – 12 месяцев. Это просрочка. Я сейчас буду собирать все с датами 20 октября 2015 года. Дальше идет уже годный товар, 29-е, 20 октября 15-го. То есть здесь просрочка в перемешку с годным товаром. Ну это так, берете вы два супчика, вот смотрите, как я взяла, с краешку лежит. Один просроченный, другой не просроченный. Вам продали хорошую продукцию, вместе с ней вы получаете и просрочку. Вот она. А тем часом за Наталею кто-то постерегает. А вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Управляющий магазином. Дуже приятно. Тут мы не правы. Это нарушение, я согласна. Но все мы люди, человеку свойственно ошибаться. И вы, и я, и ваши операторы, наши сотрудники тоже все всегда ошибаются. Понимаете, в чем разница между вами и мной? В чем? Когда вы ошибаетесь, вы рискуете здоровьем покупателей. Выполняйте лучше ваши обязанности, Светлана. Это не оправдание. Ваша философия – это не оправдание. Я комментирую. Всего хорошего. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Людмила Сергеевна. Людмила Сергеевна, а вы давно здесь покупаете продукты? Я редко сюда хожу. А почему редко? Не нравится мне. А почему? Потому что здесь ни мяса нельзя купить, они переклеивают, и оно никудышнее. Оно воняет? Да, были такие случаи. А сейчас вы что делаете? Сахар я беру. А почему вы здесь берете сахар? Ну, я здесь живу, какая разница? Одинаковая цена везде. Вот вы в уличной одежде. В этой одежде вы ходили по улице, ездили в общественном транспорте. И сейчас вы держите руку прямо над сахаром.
А сахар кладется в чай без термической обработки. А как же быть? Не покупайте такой весовой сахар, купите лучше расфасованный. Расфасованный 5 килограмм 95 рублей. То есть вы экономите, так дешевле? Конечно. Вы экономите на здоровье, к сожалению. Ну, пусть это очень жаль. За дослідженням команди «Ревізор-магазини», середня ціна фасованого цукру у Києві становить 20 гривень за кілограм, а вагового – 16. Різниця суттєва. Тож українці, які економлять, обирають ваговий. Рухаємося далі. Ну що ж, ми продвигаємося в клуб магазину. Мене тут прямо з цвітами стучать. Смотрите, під орхідеями полно землі і мусора, а тут відкриті крупы. Если вы покупаете здесь крупу, вы рискуете получить кашу с комочком земли. Цветы уже увяли за 235 гривен. Ох, прошла любовь, завяли помидоры, в нашем случае орхидеи. Дорогая была любовь и дорогие увядшие цветы. Давайте мы посмотрим, поливали их вообще при жизни, когда они еще были живыми и не засохшими. Здесь сухо, как в пустыне. Не поливали. Лимит у нас не резиновый. Все спасти я, конечно, не смогу. Но один цветок я спасу. И снова керуюча магазином Светлана. По поводу крупы. Ваше замечание по поводу того, что земля сыпется в крупу, ну, скажем так, немножко преувеличено, потому что любую крупу мы в сыром виде не едим, она подлежит термической обработке. Как бы опасность, ну, такая. Но так при термической обработке ваша земля попадает в кашу. Покупатель ест кашу с землей. Не может земля попасть, потому что любой уважающий себя потребитель, он крупу изначально перемывает. Откуда вы знаете, уважает себя потребитель или нет в вашем магазине? Простите, если у вас летают мухи, если у вас просрочка, если у вас творится ад на складе, уважающий покупатель сюда не придет. Ви ж там не будете. Обов'язково будемо, але трішечки пізніше. Зараз час вдягати санітарне обмундирування. Ми продовжуємо путешествие по великій кишені, і зараз ми йдемо в заприлавочну зону. Посмотрите, стоять прямо на полу, без подтарника. Упаковочні підложки. Какие они грязные, фу! А потом на эти подложки выкладывают продукты питания. Я поменяю перчатку и покажу вам их. Они здесь, рядышком. Вот такой вот нарезанный сыр, который вы едите вместе с той заразой, которая лежит на полу. А пол здесь, посмотрите, какой черный, грязный. Так быть не должно. Едем дальше. Перед нами мясная витрина. Посмотрите, как входит игла в товар. Она нарушает целостность. Этот товар уже сомнительного качества. И снова керуюча магазином Светлана. Буду замечание иглы, я с вами согласна. Мы это учим. Списывайте колбаску эту. Сейчас. Якщо погодились. Посмотрим, что у нас здесь продают. Салаты, соленья, салаты, 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 салаты. И везде, в каждом салате я вижу ценники. Здесь написано состав этого салата, дата изготовления и даже время изготовления. И так должна быть организована витрина в любой кулинарии. Вы молодцы. И это первая приятная знахідка у великой кишени. А сейчас мы проверим, что у вас с чистотой за прилавком. А что это у вас находится здесь? Там есть скатерть, рукавицы. Боже, я тут нашла просто отдел непродовольственного магазина. От и подивимось, что ж за скарби приховує отдел кулинарии. Перчатки. Салфетки. Коврики. Дальше смотрим, что. Это у нас кисточка, и она в краске. А вот, собственно, и сама краска. И что все это делает у кулинарии? Набор юного художника. Валентина, вы что, подкрашиваете продукцию вашу или как? Нет, писала доску и не поставила на место. Какую доску вы писали? Задишь у вас. А, то есть вы это сами пишете? Да. Химия не должна храниться возле продуктов питания. Она должна храниться в отдельном месте. Но это беспредел, простите. Я не одобряю такое санитарное состояние кулинарии. Поэтому я здесь клею наклейку. Здесь опасно.
Тут все перевірили, тож поки Наталя знімає використаний халат, до каси вже підійшла наш провокатор Кері. Вона розіграла типову ситуацію, що може трапитись будь-ким. Так ви ж підемій, що ж ви дивитесь? Я ж не ожидала, що воно буде щось прям їхати. Ні, а хто його відкривав? Я ж не відкривала. Ну так это ж ви нажали на эту штуку, я и она поехала. Смотрите, лента едет сама, понятно? А что вы кричите одразу? Ну, кто должен платить за это? Куда ее одевать? Я не знаю, ну я покупать это не хочу. У вас вывезло, ну, вы его не пили? Я еще его не пила. Ну оно же само не откроется, вы же открыли его, пили и поставили. Ну, Алла, ну в разные ситуации бывает. Нет, ну, так что мне делать эту бутылку? Ничего, я забрала на списание. Хорошо, давайте, ладно, я заплачу за этот йогурт. Персонал кишені з провокацією справився, а збитки ми компенсували. Та за цивільним кодексом ризик випадкового знищення майна несе його власник. У даному випадку магазин. І за нього покупець платити не зобов'язаний. Час повертатись до Наталі. У торговій залі ми все побачили, тож час йти на пошуки службових приміщень. О, нас здесь ждуть, смотрите, даже двері відкрили. Настіж, здравствуйте. А слідом за Наталею вбігає невідомий. Вибачте, будь ласка. А що, а чого ви мене толкаєте? Я не толкаю. Куди можна, сумку візьми. А куда вы меня толкаете? Подождите, что нет? Ну вы же меня толкаете. Кто будет? Здравствуйте, мы программа «Ревизор магазина». Я Кудряшова Наталья. Делаем ревизию. Ну что, заходим в первый этаж. Здравствуйте. А где у вас холодильники? Мы хотим познакомиться с вашими холодильниками. Давайте идем дальше. Идем дальше. Здесь холодильников нет. Что, что, что? Надійшло підкріплення? Что, куда? Почему? Я Кудряшова Наталья. Хорошо. Программа «Ревизор магазина». Вы журналисты. Без моего ведома. Дайте я пройду, пожалуйста. Ай! Невідомі продовжують штовханину. У вас є що скривати, що ли? Обратитесь, пожалуйста, в кишені. Далі чоловіки почали застосовувати фізичну силу. Вольно! Вызывайте легальмедов! Ай! Запустите, пожалуйста. Я Руденный Валерий тише. Степанович, бояр 9. Пустите, пожалуйста. Я справилась с Валерием Степановичем. Ох! Все, мы в кулинарном цеху. И первое, что мы наблюдаем, это холодильники. Что ж здесь хранится? Филе куриное замаринованное, стикеры. Стикеров закрыть, нет. Пожалуйста. Почему я должна закрыть? Я провожу ревизию. Вы не имеете права. Имею право проводить. Следующее. Снова полуфабрикаты маринованные. И тоже без стикера. Свежие они или нет, неизвестно. Смотрим дальше. На соседней полке находится рыба. Маркировки нет. И как долго она тут лежит, невідомо. Смотрим дальше. Замечательный тазик с непонятно чем. Это жюльен? Или что это? Это емкость не подписана. И что тут с санитарией? Полки в холодильнике ржавые. Брудно. Здесь небезопасно. Я здесь оставляю наклейку. А до нас гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена меня зовут. Я заведующая кулинарией. А почему у вас продукты хранятся вот так в холодильнике? Стикеровки нет. Стикеровки были все. Смотри. Были? Хорошо. Должна была быть. Мы должна. Девочкам заставляем, конечно, делать стикеровки, чтобы они это все делали в обязательном режиме. Но просто я сегодня дежурная в магазине, и не было контроля за ними вчера. Это ваша обязанность контролировать? Моя обязанность, да. А почему вы с ней не справляетесь? Молодая еще. Вы сейчас без перчаток, без головного убора находитесь на кухне. Идите, одевайтесь. А мы подивимось на мийку. Ну что ж, даже визуально видно, что чистотой здесь и не пахнет. Я не знаю, чем здесь пахнет, но... Да здесь воняет, слушайте, фу. Воняет отходами какими-то. Извините, блевотиной просто воняет. Ну, я не могу это иначе назвать. Нагадуємо, це кулінарний цех великої кишені, де готують їжу на продаж. Так быть не должно. Мойка должна быть чистая. Здесь опасно. Кулінарію побачили, йдемо на пошуки складу. А тут знову нас зустрічають молоді люди. Ви хоча б звинилися. За штовханину біля входу. Ай! Запустіть, пожалуйста.
А вы можете извиниться? А я за что извиниться? Я представилась, вам поздоровалась, доброе утро пожелала. Та видно, вибачитися тут не будуть. Вы меня опять не пускаете? Ну что случилось? Что значит, что случилось? Я хочу посмотреть производство. Разрешение. Послушайте, я в вашем производственном помещении только что общалась с Еленой. И Олена не забороняла нам проводить проверку. Я хрупкая девушка, буду двигать мощного мужчину, чтобы посмотреть, что там делается. Елена, может, вы мне поможете зайти в ваше помещение? Мы журналисты, у нас есть редакционное задание. Спасибо вам большое, что вы нас пропустили сюда. Лена, что у вас здесь находится? Скажите здесь мне, пожалуйста. Продуктовый склад. Что вы храните здесь? Батоны, упакованные вчерашние, ну, вчера. То есть это то, из чего вы готовите свою продукцию. Итак, мы находимся на складе кулинарного производства. Давайте же мы посмотрим, что здесь есть. Хочу вам сказать первое, что емкость не подписана. Из какого она отдела? Нет, подождите, емкость сама должна быть подписана. Я поняла, кулинария, да. Да, я вам объясню, почему должна быть. А вдруг это из мясного отдела? Она не пересекается. Ага, это вы мне рассказываете, на основании чего я вам могу поверить. Так, здесь у нас находятся орехи, подписанные 18.10.16 года. Все в порядке. А здесь у нас что? Здесь это фрукты рассыпались. А они у вас до сих пор сыпятся, смотрите. Я трушу, они сыпятся, у нас посеваю, да? А так быть не повинно. Смотрите. Здесь остатки круп. Это прямой путь к разведению тараканов и грызунов. Здесь грязно. Поэтому я здесь оставляю наклейку. Здесь у нас написано «химия» – это витратные материалы. Но вот объясните мне, как может храниться химия рядом с продуктами питания? Это запрещено. Помещение не отдельное. Здесь нет дверей, оно не закрывается. Вот швабры, вот тряпки, вот химия. Зачем вы храните возле продуктов белизну? Белизна испаряется. Испарения идут на продукты, которые у вас, между прочим, открыты. Здесь небезопасно. Помещения для хранения химии не должны находиться поблизости с помещением для хранения продуктов питания. Убирайте, Лена, убирайте, если вы не хотите травить людей. Я оставляю здесь наклейку нашу. Кошмар. Идем далее. Возле входа в кулинарию висят передники. И вместе с санитарной одеждой висит чья-то кофта. Верхняя одежда и санитарная одежда. Причем она грязная. Посмотрите, какая она грязная. Фу! Она не должна висеть вместе. Тут складу с продуктами для продажу мы не знайшли. Тож наша проверка триває. И опять барьеры. Смотрите, барьер из тележек, барьер из хлеба. Ожидаемо барьер из охраны. Я хочу зайти на ваш склад, почему вы меня не пускаете? Ну, слушайте, ну давайте. Товар ну... стоит. А зачем вы перекрыли дорогу на склад? Так продавцы выставляют товар. А зачем вы тогда перекрываете сейчас мне дорогу? Почему вы меня не пускаете? Потому что это служебное помещение, девушка. Вы бывший сотрудник Великой Кишени. Вы знаете, служебное помещение не разрешается посторонним входить. У нас есть редакционное задание, которое нам позволяет проверить чистоту и качество вашей работы. Дайте я пройду, пожалуйста. Слушайте, что мы здесь с вами бачатой занимаемся, а? Не прикасайтесь, пожалуйста, уберите от меня руку. Пожалуйста, дайте мне пройти. Ну, в конце концов. Ну вот, я прошла. Ну зачем с такими трудами, а? А операторов охрана заблокировала. Дайте мне, пожалуйста, телефон, я сниму это на телефон. Все, запись идет. Боже, здесь воняет тухлыми яйцами. Сколько здесь коробок с товаром? Пиво. Все побросали. А рядом использованная грязная тара от яиц. Яйца – это же разносчики сальмонеллеза. А сверху на таре лежит рабочая форма персонала. Так, здесь находится еще что-то. Остатки какой-то жидкости. Я не знаю, что это за жидкость, но она мутная. Я ее даже понюхаю, чем она воняет. Фу, она воняет рыбой. В конце концов, мы нашли источник неприятного запаха. Сейчас вам я его покажу. Это битые, вонючие яйца. Вот они, эти яйца. Смотрите. Вот она, зараза, в чистом виде. Это не только сальмонеллез, но и другие инфекции. Держите, я не могу это оставить здесь. Держите. Вам противно? Гидко це нюхати. Зачем? Как это? Зачем вы же работаете? Вы же меня не пускали сюда. Я вам оставляю его вот здесь, если вам оно не надо. Может, кто-то приберет. Ну что, вы меня теперь пропустите обратно?
Посмотрите, какие у меня грязные перчатки. А ведь это склад. Это продукты питания, которые потом выставляются в торговый зал и которые потом покупаете вы. К сожалению, на склад нам попасть не удалось. Но то, что мы увидели, вполне достаточно, чтобы сделать вывод. Здесь опасно. Поэтому я здесь оставляю эту наклейку. Но здесь опасно до такой степени, что я ее здесь оставляю не одну. Чтобы каждый покупатель, который проходил мимо и который слышал источник зловонного запаха, а нам, кстати, писали покупатели, что и вам писали на сайт Великой Кишени, что воняет у вас со склада. У вас на Васильковской в магазине жутко воняет со склада. Наверное, уже вторую неделю. К отделу майонеза, масла и яиц подойти просто невозможно. Я вот нашла источник этого запаха. Это битые вонючие яйца. Фу, как вам не стыдно? А за то, что вы меня не пускали на склад, что вы меня держали, выламывали, выкручивали руки, я не могу тоже сказать, что вы безопасный человек. Я вам оставляю на вас наклейку. Вы имеете право оставлять? Я оставляю, потому что... А вы не имеете права мне выкручивать руки. Вы имеете право. Всего хорошего, сделайте выводы, пожалуйста. Я снимаю свою одежду санитарную. Перевірку завершили. Час йти до каси. Пожалуйста. Вот вам деньги. Підсумуємо. Это была Велика Кишеня на улице Васильковская, 8 в Киеве. Просрочка в Великой Кишені есть. Здесь просрочка в перемешку с годным товаром. А еще я обнаружила испорченный товар. Ох, прошла любовь, завяли помидоры, в нашем случае орхидеи. Гнилой. Эти лимоны уже гнилые. Посмотрите, они уже почернели и засохли. И в нарушенной упаковке. Посмотрите, как входит игла в товар. Она нарушает целостность товара. Персонал. С персоналом проблема есть. Злиденный Валерий Тише. Степанович, а бояр 9, пустите, пожалуйста. В результате нашей проверки вывод такой. Ревизор магазина не одобряет магазин «Велика Кишеня» на улице Васильковская, 8 в Киеве. Мои надежды наградить магазин «Велика Кишеня» табличкой увяли точно так же, как и эти цветы. Расстроенная и с увядшими цветами, я покидаю торговый зал магазина. Говорят, Киев – город цветов. И вот такой букет здесь собрала я. Встречали нас не только цветами, но и кулаками. Ай! Ай! А еще меня носили на руках. Давайте на руки. Итак, в таком положении я проверяю пыль. К сожалению, пока одобрить киевские магазины я не могу. Но мы надеемся, что Киев еще себя покажет, когда мы сюда вернемся в следующий раз.